И у меня до сих пор трещит левый шатун, что неприятно. И место силы доставщиков. Это местный аналог Даниловского рынка. Называется депо. Сделанное из старого здания троллейбусного депо, которое отреставрировали, отмыли, и сейчас там хипстерятник с ресторанчиком. Менты кого-то принимают. Наверное, тех, кто гуляет в этом скверике. Гулять в скверике нельзя. Интересно, кричать им, что ли? Надо посмотреть, чем там у меня заняты менты. Мигалки включили. Нет, это не принимающих. Фу, не гуляющих принимающих. Кстати, можешь проехать, а? А, не, не желательно. Там пешеходы ходят. Так. Еще мне желательно вспомнить, что на улице вообще-то недавно дождик прошел. Мне лучше не выделываться в поворотах. Скоро вернется и вымочит меня. Придется побыстренько сворачиваться. Потому что моя камера нифига не водонепроницаема. Камера в широком смысле. В смысле, все барахло, которое сейчас обеспечивает съемку. Проеду.
шикарная колея на Садовом кольце. Как я ее обожаю. На Тверской, кстати, тоже очень веселенькие горки. Зеленый. Направо, налево. Блин, с моста капает. Так, а где мой светофор? Не горит вообще, не горит. Наверное, меня водила сзади посигналит. Если что. Ой, да ну нафиг. Ой. Тормоза у меня есть? Вроде есть. Так, поеду-ка я прямо. Life is now. Ой. Что за нелепая пропаганда? Бояться, а? Да нормально, чуваки. Так, 100 раз сделал, чуваки. Какой-то вес на тротуар. Так. Здравствуйте. А я тут аккуратно, да. Аккуратно. Здрасте, а вы куда? Прямо или? А, понятно. А я все, я вот я. Я на велодорожке. Вообще-то это
весьма модные в Москве места. Здесь обычно много гуляющих, туристы. Но сейчас, в наши-то времена, самые модные места – это жилые массивы. Там вся жизнь. А здесь он хоть посреди разделительной полосы есть. Плевать вообще. Кстати, а нам кто-нибудь... О, нет, там какой-то патруль. Хотел сказать, нам кто-нибудь... Запрещал ездить по пешеходным улицам. Ну, что-то там я быстро обнаружил какой-то скучающий патруль и решил не пытать счастья. Шуршат песком мокрые колеса. Да, это основная проблема велодорожек, в том, что они начинаются в нигде и кончаются в никуда. Это помимо того, что они просто машинами всегда заставлены, припаркованными. Любимая вафельная разметка. Где менты? Менты все пошли направо. А налево есть менты? Налево есть менты. А чего они делают? Селфи? О, звонят. Окей. Менты заняты. Не буду их отвлекать. Мирская улица. Слева мэрия Москвы. Прошлым летом это было весьма модное место, чтобы потусить, если вы понимаете, о чем я. И да, для Тверской улицы здесь довольно пустовато. Я даже самого себя слышу.
Страшный, страшный мусоровоз. Здравствуйте. Не въебитесь в меня, пожалуйста. Спасибо. И зеленый кеда у чувака. Мне кажется, если я начал обращать внимание на такие детали, то я уже готов к покупке фикса. Да.